Расскажи о себе, почему ты хочешь стать видеоблогером. Я просто записала 6 хитов за 5 месяцев и сняла 4 клипа. Пока меня ничего не цепляет, я только услышал кучу понтов. Давайте же все-таки начнем шоу. Классно, ты можешь поправить микрофон? Отдай уже, все, твое время вышло. Все, хватит. Окей, ладно, смотри, ты можешь сделать сейчас такую вот ситуацию, точнее просто убедить нас, рассказать, почему Оксимирон проиграл Гнойному. Так в жизни случается, любовь не получается. Есть определенные вещи, о которых не нужно говорить. И эти вещи запрещены законодательством Российской Федерации. До свидания. Ты хочешь общения? Стоп! До свидания. Тебе что-то не нравится. Все, да, до свидания. А мне какая разница? Нет, до свидания. Нет, нет. Я открываю мир других мужчин. До свидания. Смашлю на прощание. Стоп. До свидания. Я хочу сказать, что я не проиграла сегодня. Все, до свидания. И о нашем свидании ты не мечтай. Все понятно, от меня, да. Мне больше не больно. Я надеюсь, вам понравилось это видео, пусть оно и короткое. Обязательно ставьте ему пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока.